Возникает вопрос, а что такое вообще религия? И может ли человек, как говорится, можно верить и в отсутствие веры, как Наутилус Помпилиус там пел. Что такое религия, массовая религия и так далее? Конечно, сейчас возникает все больше и больше упор на косвенные формы воздействия, такие ритуальные, грубые формы идеологической обработки уходят в прошлое, по крайней мере, в самых развитых странах. Я бы не сказал, что масонство тоже массовая религия, оно частично религия, а частично не религия. Для того, чтобы взаимодействовать с масонством и деструктивные элементы масонства ограничивать, их нужно выталкивать в чисто религиозное русло, и там они беспомощны. Они заточены именно на отрицание того, что они религия. И они благодаря этому, благодаря этой мимикрии, они, так сказать, очень легко отражают любые формы ограничительные. Но там действительно есть как бы элементы, не связанные с религией. То есть для того, чтобы появилось масонство, сначала должна была появиться религия, которая управляется, так сказать, лицемерно. То есть люди вот действительно уже первые иерархи, священники, они приняли, что никакой религии нет и так далее. Это все вот для трудящихся. И как только они вот это приняли всерьез, и такие люди, они воспроизвелись, уже там второе поколение, вот тогда возникает почва для масонства.